Привет! Я Лиза, и мы на канале Детки Конфетки ТВ. Сегодня мы пошли на почту и забрали две посылки. И не за что там, как и в прошлой посылке, чтобы пришли пазлы. Смотрите. Давайте вот этот первый откроем. Тут написано на английском все. И цифра. Ну, и откроем. Ну, открывай. Мы догадываемся, что там, но не знаем. В одной догадываемся, а во второй вообще не знаем, что. А что ты думаешь тут? Не знаю, Лиз. А что ты догадываешься? Ну, не знаю, мы... То, что я думала, то, что мы говорили, нет? Такие, что мы говорили? Ну, растущие такие штучки, шарики, нет? Купальник. Вот оно что. Тут, я думаю, растущие. Ну, не знаю, посмотрим. Классный какой. Слушай, как быстро пришел. Вау, как это. А, тебе подарок положили? Покажи подарочек. Заколочка такая. Здорово. Угу. Слушай, какой купальник классный. Хочешь померить? Нет. Ладно, мы потом, когда будем купаться, покажем. Класс. А ну возьми в ручки этот лифчик взрослый. Класс. Как? А, это на шею, да, чтобы не слетел. Вот. Классные такие бахромушки. Здорово! Бахромушки. Бахромушки. Трусы. Они регулируются? Красиво, Лиза, уж понравился тебе? Да. Ну, здорово. Так. А мы не думали, что там купальник, скажи. Вообще не думали. Очень быстро пришел, где-то за 2 недели. Ну, давай дальше. Ой, посмотрим, что это. А как ты угадала, а вот что это? Растушки. А, все-таки растушки. А что там, есть коробка какая-то? Там на ощупь была коробка. Что? Покажи, ну что, покажи. Сейчас, подожди. Какие разноцветные всякие. Нет, это не разноцветные, это вообще разные какие. Тут есть такие коробки. Есть ножницы. Ржи сейчас все. Классно. Ух ты, какие классные штучки. Ух ты, яркие какие. Ну покажи, подвинь ко мне кулечек. Тут есть еще. У тебя есть ножницы, видела? Ножницы есть, чтобы разрезать. Да. Ну покажи нам, Лизонька. Тут есть ящерица с чем-то еще. Так, хорошо, ящерица. Сейчас я вот это открою. Ух ты. Сколько ой, а там целый. Покажи, подвинь ко мне, чтобы я посмотрела. Всякие, да? Вот эти, по-моему, самые такие большие-большие. Да нет. Есть такие маленькие. Угу. Класс. Там еще внутри что-то есть, да? Что-то интересное, по-моему. Тут. Это черепашки. Покажи. Цветные. Черепашки? Угу. Ракушки, нет? Нет, черепашки. А ну-ка, выми одну покажи. Это оранжевая. Она с розочкой. И с чем-то там. На ручку себе покажи. Это не черепашка, это что-то. Да. Черепашка? Да. Покажи. И тут разные цвета.
Да, ну покажи еще цвета поближе. Они должны быть большие, да? Есть тут розовый. Угу. Так. Тут есть тогда розовый. Угу. Красный. Да, вот так черепашки. Зеленый. Оранжевый. Интересно, какого размера они будут? Они должны быть большими, я думаю. Угу. Желтый. И синий. Класс. Все. Ай, тут есть еще. Ух ты, одна такая прозрачная. О, необычная. Это интересно, прозрачная, необычная. Ясно. Ух ты. Это такие листочки. Листочки? Цветочки? Нет, это листочки. Все зеленые, да? Какие тут классные. Мы их, конечно, вам покажем, когда они вырастут. Кружочки. Так. Вот они. Ага. Классный, вот прозрачный есть, да, один? Здорово. Два есть. Тут... Ой, вот тут ракушки. А, вот они, ракушки. Сейчас я вам покажу. Открывай. Я одну вам покажу. Есть такие же, только разные цвета, как, черепашки. Показывай. Так, вот такие ракушки. Да? Разных цветов. Ух ты, а вот это кристаллы. Такое это снизу. Это бриллиант. Да, бриллиант. С той стороны. Ой. Покажи. Вот такие. Здорово. Красивые. Тоже довольно крупные. Когда они вырастут, они будут большие. Ну, мы вам покажем. Не переживайте. Лиза их всех вырастет. Дельфины. Тут есть только один синий. Так я вам необычно покажу. Ой, какой красивый. Красивый. Очень красивый. Да. Белый какой. Ух ты. И последний. Тут есть такие кубики. Покажи. Разных цветов. Ох ты. Как желейки такие, да? Да, их покажи, много. Ой, вот они должны быть тоже интересными, когда вырастут. Их столько много. Их много. Это Мерлин Монро. Покажи коробочку. Фотографию покажи. Еще. Ух ты, они большие. Какие-то особенно большие. Ух ты. Они больше этих, смотрите. Это какие-то вот это. Да, это большие орбизы, да. Ух ты. Здорово. Пашка, покажи коробочку. Тебе коробочка в подарок, ты знаешь? Нет. Мерлин Монро. Очень красиво. Так сегодня мы открыли две посылки. Одна с купальниками и в подарок заколочка орхидеи. И другая с такими, как желейки, что их... Это шарики орбис. Да, что их ложить в воду и выращивать их. Они были такие большие. И в подарок коробочку тоже.
Вот это мы открыли сегодня. И смотрите дальше наши видео. Если понравилось, ставьте лайк. И подписывайтесь на наш канал Детки Конфетки ТВ. Мы будем очень рады вас видеть. Пока!